часто заявляется, что мы все проблемы свои решили, мы со всеми рассчитались, недовольных у нас. Таким мы заявляем, что в принципе люди, которые считают, что с ними поступили методы некорректные, люди активные, они в смысле свою позицию будут дальше отстаивать. Поэтому это не для банка акция. К сожалению, СМИ, вот они же позвонили, хотели потом, ой, я Армелин уже перезвонила, она говорит, вы знаете, извините, сейчас кризисное время, мы типа, извините, вот мы, конечно, с вами работаем очень хорошо, но мы вам не сможем быть полезны. Якобы тоже получено разрешение на альтернативное проведение. Упоминалась опора России и упоминался, ну это даже не праздник, это какое-то событие, связанное с памятью павших в Великой Отечественной войне. Вот, данное давление было осуществлено в течение целого дня. Мне самому пришлось связаться с сотрудником префектуры ЦАО и выяснить у нее все-таки, какова позиция префектуры. Было объяснено, что они нарушают закон в таком порядке, да, меняя за один день место проведения. Вот. И, соответственно, было заявлено, что мы все равно сюда придем, проведем, если опять-таки здесь действительно что-то было бы, да, проведено, но мы как-то решили этот вопрос с организаторами, и тогда приняли решение организационное. Но сегодня, как уже было, в общем-то, и видно, здесь ничего не проводится. Поэтому для нас осталось, ну, мягко говоря, загадкой, да, та ситуация, почему в течение организатора целого дня настойчиво уговаривали не проводить это мероприятие здесь, а предлагалась Трубная площадь, дом 1. Почему эта акция проходит только сейчас, спустя полгода? Дело в том, что подготовка материалов затянулась, консолидация группы, которая сейчас входит 60 человек, она тоже потребовала определенного периода. Ну и еще одна из проблем, с которой мы столкнулись, состоит в том, что банк не дает нам никаких отчетов, никакой информации. И фактически мы действуем вслепую, мы действуем без необходимой информационной базы, которую банк обязан предоставить по законодательству. В этом отношении мы надеемся на помощь со стороны ФСФР, Федеральной службы по финансовым ресурсам. А что с предыдущей инициативной группой? Предыдущая инициативная группа провела переговоры с руководством банка. Банк пошел на удовлетворение их требований, их претензий. И получив определенные средства, инициативная группа покинула пальчиков. А какова общая сумма претензий и сколько человек? У нас сейчас на сегодня около свыше 60 человек. Общая сумма претензий порядка, может быть, миллиона долларов, да. Миллион долларов и 16 миллионов рублей. Спасибо. Спасибо вам. Есть еще, скажем так, средства массовой информации, которые... Да, которые как свою позицию выражают. У нас как раз нет позиции. Мы этим не занимаемся. В принципе, на самом деле, это и правильно.